Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Хоккей Бросо! Ребят, как вы поняли из названия, у нас есть два вратаря. Один худенький, подкачанный, красивый. Это Ваня. Да, и есть Гэри, который худенький, подкачанный, красивый. И есть вратарь, который у нас 100 плюс килограмм. Ну давайте не будем отсюда. Был 100 плюс килограмм. Сейчас он идеален. Ребят, делимся по командам, играем до трех. Ну, еще вратарскую, может, дополнительно сделаем. И победитель из вторых забирает 10 рублей. Опа! Так что делимся по командам. Для Вани или для Гэри? Послышал, что 30 деньги. Ребят, ну а в нашем телеграм-канале, в закрепленном комментарии, наш партнер, компания Фон, подготовил для вас очень крутой подарок. До 15 тысяч бонусов, без депозитов, регистрации новых пользователей по промокоду SB15. А также они поддержат такие клубы, как Ярославский Локомотив, Магнитогорский Металлург, всю Лигу Хеллдер и самый Александр. Александр Овечкин является амбассадором. Ребят, переходите в наш телеграм-канал и регистрируйтесь, но мы начинаем, поехали. Масочник. Мне до сих пор ковид. Ему просто 18 лет. Ему ковид. Игорек, давай, на Суефа, Игорек. Кто первый выбирает? Суефа. Выбирай. Ну а как так выбрать-то? Я мяча беру. Мяча. Анастасия, ходу, ко мне, малышка. Бля, Ваня, с козырей. Иди, моя зайка. Афанат. Олег Копыч. Вот так вот ее-то, бригада, бля. Да. Горох. Мистер Маски, ко мне! Мистер Маски! Линя. Мин ресурс, Вань! Браво, Гром! Гром! Ну тоже хорошо. Есть, бро! Проходника забирай! Нихуя, я у него в голове! Нет, тоже! Вы белые, потому что у вас вратарь в белой майке. Тварь. Мы в белых, и у нас команда мечты. Если вы выиграете, у вас что-нибудь... Победа будет за нами. Я собрал всех тех, чтобы они мне кололи. Вот специально ты это сделал. Я хочу сказать вечную классику. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Я думал, хуже быть не могло. Броски с усов, поехали. Ой, шлем-то давит. О, посвежее. Для того, чтобы определить, какая команда начнет первой, мы скинемся на Суефа. 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 Гэри набрал сильных, но Вань набрал душу. Гэри не знает, что выигрывает команда, а не фамилия. Туда прыгать и просто не попал. Ну, ребят, ну как всегда, хочется сказать большое спасибо нашим друзьям Ледовому дворцу Сокольники, которые пускают нас в гости, где мы снимаемся. У них очень крутой лед, и специально для вас они подготовили крутую акцию 20% скидка до конца лета на аренду льда. Все ссылочки в описании, обязательно переходите и катайтесь. Давай, Настюш, девяточку ее. Настюш, давай, девяточку. Настюш, ты женщина, от тебя никто ничего не ждет. Она мистер-женщина. Мистер? Один гол. Даже Гэри. А кто это у нас тут, Михаил Борисович? Михаил Борисович, думаете, за все уплачено, да, Михаил Борисович? Давай, Михаил Борисович. Опа! Это здорово было. Гэри, ты докажи, что ты не боцман, блин. По точкам. Всегда на. Когда забиваем много, на. Две. А можно было два. Можно было. Заметил такую тенденцию, когда одна команда на бумаге явно сильнее другой у нас на проекте, как-то получается все наоборот. Зачастую. А он сам слазит. Жорик, по девяточкам, да, брат? Давай, родной. Я сейчас как Игорек тоже, вот так вот. Все, давай, вот, рука здесь. Девятку. Девятку бою. Давай, она пистит, у нее никакая вообще не сильная. Попросили красивый бросок. И, ребят. Ай-яй-яй-яй. Стой, стой, я еще не подготовился, ёп. Давай, Бенчер. Давай, опа-на!
Давай, копыч, как ты умеешь? Делай! Мяч! Сейчас начну психологически так же первым такой. Не чтоб Ваня там орал с ленточки ворот, а я. Дима! Ты думаешь, ты похудел? Мы близки к победе, Ваня! Нет, все, первая мы... точка за нами, ёпта! Мы уже выиграли. Точка это не в хоккей играть, ёпта. Бросать по воротам. Жень, не слушай никого! Гни свою линию! Хорошо, пора немножко эмоциональный запал белых подзабить. Так они ни одной не забили. Илюша! Илюша, это тебе не Муром, это не бриллиантовая лига. Здесь топовый кипер. За Ваню я готов бить. Все, это точка за нами. А почему вот, когда мы на парашют играли, я вот так же бросил, как Женя, мне предъявы были. Я твое ненаигранное удивление, я тоже видел. Пашка, ты просто игрок высшей лиги. Не более, Пашка. И бросок у тебя как из высшей лиги. Все, вот с первой точки повел Ваня. И мы переходим на 2 в 0. По... Сколько нас? Раз, по 4 раза. Давайте, каждая пара по разу делает. Ребят, посмотрите повтор, там шайба я сошла. Я не смотрел, но слухи ходят. Уже пары, Женя только пары, что шайба сошла, так я также в стекло бросил. Но здесь выиграть пары. Надо, а не поиграть. Ну, там также было. То есть ты решил не рисковать сразу в стекло, даже не во вратаря, да? Потому что в вратарях ты не уверен. А там командные были. А, командные. И мы эту точку выиграли, между прочим. То есть сначала слил команду, а потом сам проебал, да? Мы эту точку выиграли. Пашка, назначаю тебя своим ассистентом. У меня одна просьба. Первая пара, Копыч и Настя. Все остальное сами разумеют. Но первая пара, Копыч и Настя. Я двух моих партнеров забрали сразу. Настюшка! Настя! Мы с ты один едешь, Гончар, а мы втроем поедем. А он сделает один вот этот свой. Сильный? Да. Ему второй не нужен. Поехали! Ой-ой-ой, посмотри, как они разогнали сейчас. Летят. Смотри, Настя, делай. Делай, добивай до конца. Кринжатины навалил свои лопаты. На кринжровере подъехал? На кринжровере, блин. Команда, молодцы, ребята, ничего. Андердог нижнее подчеркивание 8. Мне кажется, что на этой точке мы сосем лупа. Я точно думаю. Тебя почему надбровные дуги набухли? Они у тебя чуть меньше, а у меня чуть больше. Я их прокачал. Так просто светится, и мышцы. Свет падает. Ты имеешь в виду про эти, что ли? Да. Ну тут из-за кепки так видно. Давай, я ж не знаю. А, с пивнем, ёпчу. Можем. Мы можем с Константином. Константином. Мне кажется, ты сам выберет, с кем он будет. Нет. Как они это делают, да? Фортуна на стороне кринжатины, ребятки, я чувствую, блядь, ветер попутный в спину. Команда победителей! Сейчас мы забьем еще вообще, спокойненько. О, там команда. Молодцы, ребята! Нужен ли нам такой основной вратарь? Мы сейчас такие кружева наплетем, он там просто употеет. Второй сезон. Он хорош. Че? Надежный человек. Друг, товарищ, но не вратарь. Вратарь. О, смотри, Ван таймер. Он что, съебал, Ванечка? Я его просто недавно на утренней тренировке так расфасовал просто со всех сторон. Чё молчишь? Да сегодня был ранний подъем, и я хочу спать. Чего? Так иди спи, что ты тут делаешь? Пошел. Наша сборная сейчас идет к победе. Гэри очень верит на все ложные движения, поэтому с Константином попробуем его просто описать. Дышать просто? Костя, две руки! Почему Костя с одной рукой? И...
Давайте думать, блядь! Пим дофинтовался. Гэри отписал нас. Горох говорит, надо в передачу почикать, чтобы Вань там немножко подсел, подустал, а потом уже забивать. Ванька лучше! Давай, мистер Бивень! Кому кораблю? Анфим Бивский решил, что у него есть шанс сектор приз на барабане. Ахер! Что вы делаете? Ладно мы, блин. Давай, забивай, точку забираем! Забить! Забить! Бивень просто не кринжатина пахнет. Я думаю, если Бивень поймется за себя... Вот так вот без зуба мы делаем 2 в 0. Спасибо. А? Не, черный. Да забитый. Сменили партнера, как оказывается, дело, наверное, в Константине. И прическу. Уроды, уроды просто. Ребята, не отчаиваемся. Не все потеряно. На руки еду. Ничего страшного, ребята. У меня такое ощущение, что у тебя круг вообще прямой. Он и есть прямой, смотри. Ну, да. Ты не определился, под правую руку играешь или под левую? Значит, плюшка Коль Прохоркина, блин. Большой привет тебе, Коль. Да, блядь, это единственная плюшка, которая у меня осталась. После медиалиги. Видимо. Я видел это. Он с ней начинал? Все из-за тебя, блин. Никто не мешает, сука! Да ты мне треугольничек отдал, вот! Вот сними! Вот треугольничек, видишь? Ребят, после второй точки счет 1-1, мы переходим кросс-бар на скорость между вратарями. Как будто бы у Вани все шансы забрать. Какое точку. Челлендж? Кроссбар на скорость в вратаре. Я ни разу не видел, как Гэри бросает кроссбар. Пойду потом кофеечку, шоколадку съем. А мне нельзя, я худею. Да! Не знал. Ой-ой-ой. Ваня, оставь эту войну! Мимо. Давай. Интересно. Все. Потихоньку. Не, Гэри, потихоньку. Гэри. Помогай ему, Пашка. Слабоумие, отвага. Какая досада. Давайте мини-булиты сделаем. Просто долго длинные делать, а здесь мини-булиты. Поехали. Питерский. Мне Кобзон лайк поставил в инстаграме. Говорит, давай, говорит, фитонем, брат. А блинки поставил лайк? Да, и сам Фоливандр. И Линкольн парк еще. Мини-булитикусы. То есть, получается, надо всех низкорослых сюда. Либо у кого маленькие ручки. Помнишь, как я тебя утром в среду изнасиловал? Это не я. Помнишь? Да. Фу, блин, крыша. Я буду за тобой стоять, мне придется в тебя попасть. И вам! Сошла! Давай, раз. Мы с Константином приняли для себя решение, что должны вести за собой команду первый пик. Хорошо. Кого первым, да, первыми выбрали? Сейчас тогда я поеду. Да.
давай попробуем. Дай бог, не добьешься. Ну, надо, парни. Ты тоже не дай бог, дай бог. Ему бы доехать до ворот, блядь, начал. Что ты делаешь? Он просто это копипаст. Ctrl-C, Ctrl-M. Да, это 1-1, это 1-1. То, когда уже появится тот вратарь, который отобьет этот блин? Ctrl-C, Ctrl-V, блядь. Да. Мне раздражает, что это работает, да? И этот сладкий пирожочек я сейчас скушаю. Просто так вот чавкать буду. Балбес. Ты уже всасываешь шайбу. Да? Ну, а если сейчас 2-2 будет, то финал будет на корнище. Сейчас это коряга забьет. Научился! Научился бы ты меня! Ну, это не мини-булет, Иваныч. Дай ближе. Иваныч, это не мини. Он все равно не забивает. Это средний булет. Он отвлекается. Он начал. Я понял, что Иваныч может... Да нечестно, блин, это мини-булит, это средний был. Средний булит. Ну это мидл булит был, блин. Мидл. Обратно. Костя. Костя мог. Вот то же самое. А, нет, ну что ты, брат, надо съесть. Криса! А какой еще? 2-2? Булит с места будем делать? Не бывает такого. Как это не бывает? Вот он доехал, стоял, остановился. Не просто стоишь, ну сейчас Димка забился. Нет. Мистер Бивер! Сейчас надо маску снять. Уже пора. Бро, он плохо работает блином. Отвратительно работает блином. Команда, что приуныли? Давай! Ай-яй-яй. Несера Хазик. Ничего не видит. А как? Шея его, шея, Рахазик! Горечек, это для тебя все. Если Гончар не забивает, не, помолчи, я не глухая, то Гэри выигрывает. Ты хороший, выпуск. Я плохая. Дешевка. Ты вонючий уже. Дешевка. Откуда это? Я люблю, у нас еще горох, последняя попытка. Пошел нахер, горох, блядь. Счет ровно, 3-3. Все. Дайте мне вратаря, который отобьет этот булит. Все может решиться. Вот он делает диверсию. Ваня, настроен серьезно. Очко. Скажи про гороха. Горох, это был дешевый прием. Ты дешевый лжец, ты дешевка. А ты вообще крыса, блядь. Лучше своему Гончару скажите, чтобы другой чем придумал. А вратари тупые. Вот он. Один и тот же булит, блядь, уже 6 месяцев. Вот. Все, если сюда встать, то все ломается, Гончар. Все. Вот сядь вон штанга, вот сядь здесь. Все, он не просит сюда. Охуенно, молодчик. Ой, что, Гэри с победой, молодец. Ну давайте, реванш делаем, да, 1000 лайков. 1000 лайков. 1000 лайков реванш, да. Да. О, я уже ждал, у тебя сейчас 2-2 будет, и финал на Кабни Челлендж хотел сделать. Ну не в этот раз, не в этот раз. Надо похудеть. А, кстати, вопрос, будет ли толстый вратарь или нет? Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Кутубас. Всем пока. Он поехал сюда! Оставь нахуй эту дубу! Сядь сюда, вот! Он не бросает туда! Все, он сломается! Какой вот сюда у тебя? Все, вот!